Всем приятной жизни, Эд Шашлык, и мы продолжаем играть в Ведьмака. Так, давайте скатаем гвинт. В карты, а для этого нужны только руки. Давайте скатаем в гвинт с этой бордель-маман. Ну, не знаю, за кого она играет, давайте пойдем нашей стандартной колодой. Противник ходит первым. Так, Дикстра, здорово, ну, два шпиона у нас. Есть, кстати, также доставатель из отбоя. Чучело, чучело одно, чучело два. Я даже не знаю, я, наверное, больше и менять ничего не буду. Вполне себе хороший набор у нас стартовых рук. Так, ну что ж, бордель Муман. Казнь пришла, ну в остальном, конечно, так себе. Что он как-то слабенько выставляется, должен вам сказать. Так, противник спасовал. Ну, я предлагаю отдать комбу, которую мы на следующий ход все равно сможем легко достать, если нам надо будет. И как бы тем самым забрать этот, и плюс у нас перевес по картам. Ну, тут вообще изи. Изи-пизи лимон-сквизи, поэтому раскатываем дальше. Я не знаю, на что он тут надеялся, этот нильфгардец. Ну, если у него есть шпионы, мы с помощью чучела их можем... О, вот это, кстати, у него крутая тема. А, кстати, у него тема-тема. Правда, знаете, что мы можем с этой темой сделать? Да, вот это мы можем с этой темой сделать. Вы же понимаете. Поэтому я пока мест подожду. А, может, он еще и забафает как-то или еще что-то. Че, неужели там нет этого? Неужели там нет этого? Ля, не слабо он так выставляется. А вот и шпиончик пошел. Давайте шпиончика себе пока вернем, посмотрим, что он дальше играть будет. Пока ничего особо не играет. Так, Весемир нам пришел. Давно я его не видел. Давайте Весемира поставим. Йен. Сейчас, наверное, будет еще один шпиончик, да? Да, еще один шпиончик. Так оно и есть. Так, Сигизмунд Дикстра. А интересно, а я могу чучело на чучело менять, таким образом пропуская ходы? Надо будет проверить, я эту штуку никогда не проверял. Ну, у нас мега комба здесь. Не, ну мы изи его разбираем, конечно. С вот этой комбой и с вот этим горном. И еще ж у нас есть этот самый. Да, у него не осталось. Давайте кастуем тогда. Да можно даже без смерти. На самом деле, может, обойдемся даже без этого. Без... А, нет, без... Каст все-таки надо сыграть. Но без смерти обошлись. Вообще изи. Так, о, тотальная война, ачивка. Не знаю, за что дается, но вот только что дали. У тебя вульгарность написана на лице. Виллентерментер, блин, хрен прочитаешь название карты. Ой, это крутая карта, я знаю, что это за карта, Виллентерментер. Это мы берем однозначно. Так, и можно поменять на что-нибудь. Есть либо вариант на Весемира, либо на лучника.
Ну, давайте дядюшка Весемира у нас пойдет на пенсию. А вот этот Виллентельментор — это крутая карта. Так, задание дополнено. Высокие ставки. Хорошо, бордель, ну, Маман. Все ж таки на мутанта нашла охота. Ты слышала про убийство стражников? Не слышала про убийство стражников. Многие тут умирают от удовольствия. Следы ведут сюда. Я знаю, что ты лжешь. Меня сюда привели следы убийцы. Я не позволю себя оскорблять. Раз ты такой хороший следопыт, сам и разбирайся. Прощай. Смотрю здесь и поищу следы снаружи. От Яруги до Драконьих гор лучше не найдешь. Блин, смотрю здесь и поищу следы снаружи, да? Так, это у нас вход, да? Черные? Ридания? Лишь бы платили и не били. Так, пойдемте наверх. А-а-а! Тут еще и гейская. Что-то я тут ничего не наблюдаю. Что, на третьем этаже? Так, пишут, что чучело на чучело менять нельзя. Ну, в принципе, наверное, да, это логично. Иначе было бы очень просто пропускать ходы, и вообще все было бы изи. Чё-то я не совсем пока вкуриваю, куда нам тут надо идти. Вроде никаких следов ничего не нашел. Ну, пока хотя бы всякую шляпу соберем. Ну и ветер. Ну и ветер, откуда в помещении ветер? А! Так ветер — это подсказка? Это типа говорит о том, что тут где-то дверь потайная? Или это просто... Так, ладно, не знаю. Возможно, это подсказка. И говорит о том, что здесь где-то потайная дверь, может быть, вниз. Ну, типа сквозняк. А может быть, и нет. Эй, красавчик! Черные? Ридания? Лишь бы платили и не били. Осмотреть бордель. Можем сделать это здесь? Или пойти ко мне? Ну, что-то как-то в борделе я вообще ничего не нашел, ребят. Эх, сука. Пойдемте окрестности осматривать. Ну, вообще никаких зацепок я не нашел. Пойдемте осматривать окрестности. Новиград — это образ мысли. А что тут на пике? Волею богов ждал осталось недолго. Король родовит спасет север. Пропаганда висит, да? Так, чё-то я пока не вкуриваю. Чё-то мы ничего ведьмачьим чутьём-то не нашли в этом бордельчике. Как ты мог? А внутренние двери везде закрыты. Чё-то как-то странноватенько это. Так не считаете? Так скажи, что такое на самом деле бардак? Бардак — это если у тебя кругом все раскидано и надо сложить игрушки на место. Опа, вот что-то. Флакон из-под духов. Кто пользуется дорогими духами в таком нищем квартале? Ага, вот мы пошли нас по следу, нашли все-таки. Шашлык, у меня вопрос, какие ты новые игры проходить будешь, не знаю. Я своими ушами слышал. Блин. Когда начну проходить, я думаю, вы увидите. А так загадывать не хочу. Что я что-то буду проходить. Все, что прохожу, то прохожу. Так, ладно.
Бежим по духам, по следу. Буду теперь следить. Здесь. Этот человек очень странно себя ведет. А ну-ка, расскажи-ка. С тобой все в порядке? Все в порядке? Я ведь был в этом доме. Вон в том? Кажется, да. Мне нужно отдохнуть. Может, его суккуб очаровал? Надо как-то проникнуть в этот дом и проверить. Да, там вон сидит чувиха. Ее через окно видно, я ее спалил, выходи. Выходи, собака. Она не выходит. Так, ладно, значит, надо как-то проникнуть в дом, да? Ну, давайте вокруг него обойдем. Логично предположить, что вход в дом будет в самом доме, поэтому можно... Хотя тут закрыто. Блин, вот меня чё всегда прикалывало в этом Новиграде, то что у них такие дома многоквартирные, как бы. Один дом на три части разделен. Фиг, блин, про это самое пройдешь спокойно. Отравить, значит, собралась. О, а тут, кстати, восклицательный знак. Давайте возьмем. Ну, мы как бы возьмем квест, выполнять-то не будем. Ну вот, пожалуйста. Еще делать, рабка. Я создана для любви. Арму Стража Огня ее надо сдать. Пожалуйста. Погодите. А? Вы же знаете, что они со мной сделают. Ладно уж, иди. Только чтоб я тебя тут больше не встречал, эльфи, сука. Да блин, почему я не могу поговорить с эльфкой? Дювельшайся. Что-то как-то восклицательный знак был, да сплыл куда-то. Так, ладно, я так понимаю, вот здесь вход есть. Нет, тоже закрыто, да? А вот здесь-то как раз-таки открыто. Опа, а что тут у нас? А тут у нас можно ардом сработать. Не, ну Квен, это хорошо, что я кастанул. Так и чё, что я сломал эту шляпу ардом? И вообще ничего. Ничего мне это не дало. Так, ладно, пойдемте наверх. Где тут эти суккубы живут у вас? Так, однозначно сюда надо. Я так предполагаю. Совсем глупый. Не видишь, что ли, ведьмак это? Бестию должно быть какую-то выслеживать. Бестию должно быть. Ага, вот нам как раз таки сюда и надо, да? Ну, пойдемте, что нам терять-то. Где ты, суккуб? Выходи. Так, я сохранюсь на всякий случай. Здорово. Че, как жизнь? Кто ты? Ты когда-нибудь слышал о ведьмаках? Ты пришел меня убить? Ну, давайте сначала с ней поговорим. Она вроде так на самом деле ничего. Сначала я хочу поговорить. Зачем ты убила этих стражников? Я была неосторожна, и они застали меня врасплох. Меня хотели убить, так что мне пришлось защищаться. Только и всего? Никакой трогательной истории о человеческой ненависти ко всему чужому. Я не привыкла врать. И не привыкла убивать без причины. Ну, давайте ее отпустим. Тебе придется покинуть город. А если я этого не сделаю? Тогда мне придется тебя убить. Терпеть не могу перемен. Надо же было так сглупить. Мне придется соврать, что я убил тебя. Обычно я приношу трофеи. Хорошо, возьми это. И еще вот. Сейчас я очень зла на тебя. Но знаю, что когда я буду уже далеко...
Злость пройдет. Сальма. Так, опасные развлечения. Так нам с ней даже драться. Ну, не хочу я их убивать. Хорошие они. Зачем их убивать? Правильно, правильно. Сам же я тоже мутант, типа. Поэтому чё их убивать все? Ну, убила она двух стражников. Я этих стражников не люблю больше, чем... чем всяких там... суккубов. Инкубов и прочих фигубов. Поэтому не будем убивать разумных существ. Так. Я знаю, как погибли. Стражников убил суккуб. Суккуб? В Новиграде? Но свет вечного огня хранит город. Значит, он недавно притух пару раз. Так или иначе, суккуб никому уже не причинит вреда. Вот доказательства. Склоняю перед вами голову, мастер. А вот обещанная награда. Прощай. Так, окей, выполнили квест, здорово, получили опыта, получили крон, ну, этот уровень, этот квест можно было проходить и более маленьким левелом. Так, ладно, давайте сейчас посмотрим, что у нас еще есть, этот самый, на скеллиге нам выпадают, ну, естественно. Распутывая клубок, мы не можем выполнить, по ведьмачьим заказам. Белая дама 16 уровень. Ну, давайте пока не будем ее брать. Охота за сокровищами тут тоже. 17 уровень на кошака есть, да? 0 из 7, а это что? 1, 2, 3, 6. Какие 7-то этих? Ну, ладно. Надо будет школу кошака. Но школа кошака это, скорее всего, легкие доспехи. Мы себе... Стального меча, блин. Школа кошака. Так, ладно, школа кошака, школа кошака. Чё, пойдемте тогда... Блин, я даже не знаю. О, поговорить с писарем. По-моему, у нас вот этот вот высокие ставки. У нас уже колода подходящая. А ну-ка, 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 ну-ка. Это интересно. Так, высокие ставки попробуем взять. Так, это где он? Он вот там находится. Это ж интересно, писец всегда как. Писец всегда как интересно. Так, кстати, а я вот у этого кузнеца купил все квестовые шмотки. Блин, нет кузнеца. Ну какого хрена его нет? Так, ладно, пофиг. Умный клиент сразу поймет, что на этой стороне Понтера лучшего товара не сыщет. Текст, поехали сейчас этот самый, значит, сюда. Ладно, давайте высокие ставки мы уже тогда будем в следующем выпуске проходить. А этот выпуск я на этом заканчиваю. Большущее всем спасибо. А, хотя там, кстати, писали, что в этом квесте мне придется драться. Слушайте, подождите. Высокие ставки. Все-таки рано, 26 уровень. Нет, давайте высокие ставки не пойдем. Давайте вон статуэтку дворянина возьмем на 14 уровень, да, из допов. Зачем нам высокие ставки? Да, пишут, что опять надо будет в рукопашную драться. Ладно, в любом случае, тогда в следующем выпуске пойдем выполнять статуэтку дворянина, раз есть там угроза, что надо будет драться. Не пойдем мы на высокие ставки пока. Но в любом случае, всем большущее спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. А с вами был Шашлык.